произошло. Произошло, ну. Небольшое ЧП, скажем так. Все было связано. Связано. Ну, плановые работы проводили по ревизии запорной арматуры по линии. Закрыли весь участок, который был необходим. Где-то еще у нас не держит одна задвижка. Сейчас ищем, как видите. Дублируем задвижки, дополнительно отключаем еще больше район, чтобы прекратить данное бедствие, ЧП. А примерно сколько времени потратить на устранение? Ну, для закрытия нам понадобится около часа. Сейчас мы закроемся конкретно. Ну и потом уже будем устранять эту аварию. То есть к вечеру, думаю, планируем закончить.